Престов много. Престы, ханты на кинетике. Давайте все РД будут на кинетике. Если что, я буду катушку себе заберу, буду с катушкой танчить вместо щита. Половина скиллов, блять, не будет доступна. Феноб уже готов ворваться в топ. Мрали завис, короче. Да нет, я друг другу просто как мага дали. Так, а на кей готов? Все готовы, идемте. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Обрама на БДК на пульте. Так, готовьте, надо будет отбежать друг от дружки. Бегите, бегите. Давай, давай, Сережа. Дайте рост. Так, давайте, она будет таком оглем, она будет его разряжать. Скажу, на ком тут по рейду будет бежать. Вообще-то уже побежал. А, нет, по-моему, не тот еще. Тот жаркое пламя. Ну, смотрим, кастует 3 секунды. Готовься бежать кто-то. Куда ты еще отведешь, блядь? Нахуй ты выводишь? Давайте Кирисета точно бейте. Давайте добивайте его. На каком-то Валнара добивайте. Там если вихрь будет, ничего страшного, стойте, добивайте. Все, молодцы, резать его Вуди. Иди чистить трэш. Блин, зачем будет его вести, когда он стоит на месте, его все бьют, ты его куда-то ведешь, блин. Там вихрь нас помогали. На успех. А, подожди, Кралька, ты на мейн? Че-то Кралька, Маша, Маша, ты на мейн? Нет, я на оф. Так, колечко на хила. На успех. Ну, надо цеш, у них мейн, надо 10%. Играйте в советника точно, дайте войско. Потом, у кого меньше хп, того и бейте.
Дайте это таймаков, тут магию новую давайте. Да, дайте Симона хулипал, пожалуйста. Рука. Все, давайте добили, резать там павших, идем наверх, только трешня, где резать павших. Там это, короче, МК обнови этот мах, короче, мне по мне, пожалуйста. Все, пошлите пулить. А не, сейчас подойду. Угу. Давайте всех риснули, фулбаф даем. Кремен, где-то там подходи, сова. Хилым оно отопьет, смотрите, там по бахам что не хватает, говорите. Аля, с пулом я закину, не шпая сочку, малышка. Давайте чек на пол. Секунду, Ваня, да, я кое-что сделал. Готовы, идем на позицию. В центре только хилы. Слава, пошли. Гуляй, Слава, гуляй. В центре только хилы, там отходим от хилов. Дрожжу между собой набираем. Укусы там нормально передавайте. Это хорош на мага напуливать уже, так срывал. Даже под укусом. Да, хант не напуливал просто. Хант на Вайда напуливал, либо не напуливал вообще. Че у вас слоты? А ты что, докачался до 110-го уже? До 120-го, то у меня уже и все локалки закончились. Все КД повесил. Не, пока нету. Скоро РС-ка будет уже. Че, даже никто не тупит? Они, кстати, хороший рейд.
Да, Лича. Ну, на Личи весело. Поменьше зайдешь на 300. Еще раз, как оси надо Лича? Да. В смысле, я твою на всех. Я имею в виду на учебник. Краля, дай ПС-ку, малышка, пожалуйста. Ваня. Mm. Не ты. Какая я тебя, малышка. Давайте отходим от луж. 2 секунды там. Дайте по шаманам антифир. От луж отходим. Давайте в центре только хилы, рейнджу набрали, дам сакру, норка, гимн на хп по команде. Давайте джуны играйте между собой. Все, давай гимн на хп. После хп можешь намануть, прочитать. Тотем там поставьте. Да ты мне подставу сделал, тупо я подбежал его укусить, он отбежал от меня, короче. Все, давайте рост захиливайте, задамаживайте. Рост. А, когда рост еще? Да стойте, стойте, 5 секунд, 4, 3, 2. Все, можете давать рост. Ой, давайте. Я от тебя ухожу, ты ко мне идешь, блядь, надо иди назад. Выйдите, трэш чистите, сейчас смотрим, колье. Нет, пучи надо кому-то бесплатно. Так, покоритель рольте. Так, тщеславие. Давайте быстренько пробегайте, чтобы вас там захилили быстренько. Так, давайте мастаны, там маги новую, массами сливайте это все. Thank you.
Блэйд, есть люди, которым не надо ничего с профа, с лича. Забили вас по дамажу, ИП получите. Да, тут есть. Есть такой канал. За голду, Олеж. 5к, и я уступлю тебе место. Че-че? Ну вот, если кто-то, и будут такие люди, могут зайти кем-то подамажить. Ну я тебе дам слот там, хорошо? Давай, какой у тебя класс? Мах. Хорошо. Я не поняла, ты можешь кого-то заменить, но чувак получит ЕП, или что? Да, ему скучно просто. Ой, можно я тогда пойду? Мне нормально, короче, если я отдохну как раз перед Дереской. Там два босса. Если хочешь, я думаю, там Виталик, если еще пойдет. Виталик, ты еще тут? Еще тут. Ты тут, на речке, не хочешь пойти хилом? Там же Олег хотел. Виталик тоже пойдет. Ой, захильте, захильте, сейчас умру. Шревностный прокол. А кем он пойдет? То он, махом, наверное, пойдет. Почему, блядь, я хилом, он магом не там? Ну вы там сами решайте, кто-то дай ему был первый. Потому что он гильдия, ты не... Нормально. Я никуда не пойду так-то. А, ну ты же я вроде отойдешь, или пойдешь. Ну нет. Да, ну, Виталик отбой. Я захожу на магу. Ладно, заходи на магу, мне не принципиально. Сейчас он тоже, мне тоже не принципиально, иди ты уже, да? Олег, это акция беспортников. Что ты говоришь? Я говорю, эта акция до сих пор действует. После. Ты, я так поняла, если, допустим, я отойду, ты пойдешь за место меня, но ИП я как зрича тоже получу. Не, я не пойду хилу вместо тебя. Нормал. Облом. Обломки. Не, хилить скучно. Да я могу, короче, этот самый, ну, типа дать или без ИП, типа слот мне все равно. ДК там два бича с правой стороны, можете их притянуть в рейд, то они меня уже достали жрать. Там второго кто-то притяните ДК хваткой. На рога там можешь ловушку сбегать, чекнуть. Ну, добивайте так. Нормально так пацан чекнул, короче. Ну, оно там или чекнет, или не чекнет. Уберите с меня этого питона. Блин, отпустите собаку, с нее шкуру надо сорвать. Ваню постигла лихая доля. Так, что у нас тут по рейнджу получается? Так, 3 ШП, охотник 4, ДСовый 5-6, Африк 7, я 8, так, 9, кто тут 9? Давай я. Давай. Так, смотрим по бафам, что не хватает. Смотрите, говорите, дайте, что тут дайте, вроде все есть, дайте интеллект еще и все. Чек на пул. Я в мелизоне, да? Да, в мелизоне, будешь, чтобы первый выходить. Не-не, давай это, выгоняй других там, я просто играю без мышки, понял? Мне, блядь, напряжно перебегать. Ну ладно. Так, воин, шаман. Ну чё?
Как барахольник, крикнешь там, когда готов будешь. Только с пула малышка, да, не заряди. Готовые, Слава, начинай. Набирайте там, когда будете перебегать рыжу, набирайте, не стойте там в одной куче по 10 человек, чтобы не бегали. И ставьте подмоги прямо. Да, Деньгеру нет. Да, да, да. Кто-то дисплеит или что так быстро? Нет, это чем там кошем сходу скидывают. Давай, Серёга. Я так понял, короче, мы будем бить без Геры, да? Че, ударили Геру уже? Она уже пошла. Прибить? А у меня КД 23 секунды. Да, да. На Геру. Это кстати, на КД, короче. А, вот это я по себе, блядь, смотрел, я ж убили меня. Ну, без Геры, че. Я щиток зато под Герой кинул. Захиливайте там локер играется. Сейчас подбегу фридом дам. Медальона танка на мой спек, надо кому-то. Гниломорт сдох. Нов спек. Так на мой. На нов, нов фронте. Тщеславия, ты нов. Хоть плыви по ней в круизы. Ого! Да я понял. Потрясающе. Хорошая шея, кстати. На объект на мой спек, надо кому-то. Она на кого? На чаток одевается и на Леона, если не ошибаюсь, в основном. Она всегда одевается. Нет, 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 там другая, да, лучше. Кроме Синдри, потому что на Синдру ты ставишь Синдри. Надо как-то задействовать кому-то. Ты одеваешь вот эту шею, что там было. На всех, кроме Синдры, на Синдру одеваешь шею с Валитрией, чтобы добить кап меткости и все. Нонсет лучше голову следи. Так, смотри, там что по бафам не хватает.
скорой сносимся. Два раза хпал шаман. Третий раз с вами бегите, кому надо, если там умираете, тапки не получаете. Потому что в фулл бисе, Чеславе, у тебя не хватает меткости. И голова эту меткость добивает. Меткости, а не мастерства. Мастерства хватает. Там штаны берутся из-за мастерства, а не ну да, типа. Ну штаны из-за мастерства, да. А сколько мы вроде уже? Давайте все готовые слова пуляй. Часа полтора, чуть меньше. Так, ну на ребро мы, считай, 8 часов спулили. Ну да, час 20. Ну, больше, чем час 20, час 25. Mm-hmm. А где мой ПС? Наберите там рыжу, да рыжу не стойте там в куче, а то вас там до хера смотрю, с левой, да, с левой стороны. Скажешь, там все капли надо будет. Давайте, 8 стак, забираю паладина, хорошо, хилим. Будик, уйди. Приятного аппетита. Краля ПС. После этого каста. Даже никто не сдох. Что тапочки хотите, да? Которые не упадут. Упадут, но... я в рейде упадут, но кто-то другой заберет, блин. Да. Надо что-то кому-то бесплатно отдам. Ноги. Ноги, ноги. Да, да, ноги. Ступни, Иван. Сколько у меня вообще ума ХП, ребята? Восемнадцать это нормал. Ну ладно, чистите трэш сейчас, я водички отойду, попью и перейду.
Так, давайте подходите, там смотрите, что по бафам не хватает, сейчас ребафнемся. Так, по тактике. Первого слиза не замедляем, получается, тут толчат, если смотрите. Первого не замедляем. Миликов будет сюда вести. Миликов профа сюда будет вести. РД будет стоять в центре. А скобно влеять. Да, мы вот так вот зеленого бьем, короче. Ну а красные милики профа бьются. РДД красного бьют. Паладины, готовьте фрида, не фрида, мы эти бопы. Если что, по цели надо будет красного кинуть. У кого есть реги на диван паладины? Так, хорошо. Квазар, давай СС на лама. По накрелю в лудик, дашь СС. Если надо будет диван, то потом прожмемся. Так, вроде все раз. Да, на Алама. Так, давайте, да? Чек на пул. Ну, только там будет нюанс, когда скажу, надо будет, когда зеленого будем бить, надо будет с центра отбежать, там получается будет зеленый вместе с пельменями от профа. И там надо будет отбежать кудрово в одну из каких-то сторон. Так, просвещенный. Будем стопать, да? Да, будем стопать. Отдавайте бурсты на переходке, сразу с пула отдавать их не надо. Это босс, не на ДПС. Так, просвещенный тут. Кто спулил? Не я. Просвещенный, подходи, там спулили. Да я тут. Слышно меня, нет? Да, да, слышно. Стопаем. Да, стопайте, куклу друид хота, и там омоложение, бойный рост. Стоп, по профу, зеленый выше, играйте в зеленого все. На зеленого слизня не бежим, сбегаемся. После того, как он откинет нас, на него не бежим. Все, добивайте, переводите. Добивайте, добивайте. Все, молодцы, добили. Идем, переводим. Красные бьем красного, зеленые к столу, бьем профа и ждем. Красные можете уже бить красного, смотрите по дебафам. Давайте, играйте по дебафам Суслятина и Тщеславия. К зеленому сбегаемся, хилы не сбегаются. Давайте, смотрим, зеленого от зеленого отбежали. Давайте, сбежались. Не сбежали, тучку. Ну ладно, ничего страшного. Добивайте зеленого, Клайман, красный, отбежали, красный. Так, Клаймен реса из Сатарера, Мяу реса и Вудлика. Стронг не реса, пока никого, пусть Бэр будет. Давай. Давай, давай, Сереж. Так, давайте, красные выливаются, РДД красного, милики босса бейте. Чё вы не ловите пельмени, чё вы? РДД... Блять, надо же замедлить. Всё, нормально. Красавчик, вот. Да бейте красного, РДД. Что за хрень? Так, давайте, РДД на центр, сейчас будет зеленый. РД на центр. Давайте, зеленые появляются. Играйте в зеленого, пельмени центр. Играйте зеленого. Так, пельмени пошли, там смотрите аккуратно. Сейчас будет красный, РТД бьем красного, Америки босса бьем.
по стол не веди, я там уже ту лужу не буду пить. Хватит, РД красного, Америки профа. Давайте РД бейте красного, Америки профа. Америки тоже переключитесь, профа бейте, переводите. Да, да, Слав, видите, сейчас подзеленую, все нормально будет. Нормально. Так, давайте по дебафам бьем. По дебафам бьем. Смотрим. Зеленый, зеленый, красный, да. Красного. Куклу не дисперить. Так, пью. Все, играйте по дебафам. Дайте рост, рост. Сбежались от зеленого, сбежались. Дайте тангивно на хп. Смотрим, сбежались к зеленому. Давайте к зеленому еще раз сбежались. Сбежались, сбежались. Все, играем по профу. Сейчас проф прибежит, нормально все. А не растягивайтесь далеко, чтобы лужи на центр не лились. Так, собрал. Так, Ретрик, давай на Войда диван, который Ретрик. Все, вставай. Давай, давай, стерео. Ничего, там СС не было? Правильно, дай им на ману, пожалуйста. Слав, можешь забирать. Все, добивайте нормально. Все, молодцы, идите на лича. Так. Ну, не кину там уже лучше, я не достану. Роль тизывателя на мейнспик. Так, Альтея. Альтея это гильдия. Смотрим по ПРу. Так, если по гильдии, то Сатарарера. Надо кому-то колба на мейнспик паладина. Что там, Олег, будешь заходить кем-то? Ну да, он выходит. Я не знаю, что вы там решили. Че, Олег, заходишь? Могу зайти. Так хоть давай, я портую ждал тогда. Да, да, сейчас дам, прибежал только. Дай там Олегу пати. Я зайду. Сейчас я со шмотками. Блять, колба в боссе осталась, походу.
Черт. Ну, Олег должен быть, короче, первый. Я все время шел первый по инсту. Так что смотри. Оставьте шкаф тогда, меня сейчас присвоите. Олег зайдет тогда. Ну, правда, не сильно колба надо, а я вряд ли возьму там под лужами. Ну, не успел ее забрать. Придется ульти дотить. Ты с хилом сходи туда. Да там уже колба. Под баблом может пробежать, забрать, да, ему просто... Так, этот, за Трарера, иди печеньку дам. Где ты там? Ох, так, паладины по станам, тут наш хвост получается. Алиан, встанешь на первой волне, ромбик. Джастон на первой волне. Подожди, Алам, первая волна печенька, Джастон первая волна ромбик. Я туда трусы застаню. Вторая волна печенька просвещенный. Анакрель, вторая волна ромбик. Этот разбойник, тут вторая волна будешь трусы станить. Ну а потом. Первая волна будет, как обычно, стан паладиновский. Так, Олег, заходишь? Зашел. А, подожди, надо баны еще купить. Охотники, снимаем иступление с шаркающего. КД снимаем. Олег, можешь параллелить, чтобы я по этому нормально постанил? Блин, я зашел потамажить, а не параллелить. Одно второму не мешает. Войд параллелит. Да, войд БДК. Ладно, попробую сейчас, может, прокнет и не упадем. Сейчас, подождите 2 минутки. Что, будешь релить? У меня первая фаза, чтобы только порелить, дальше я там уже сам разберусь. Давайте фулл бафы. Мне там вот эта вот ловушка там говорить, чтобы я не смотрел просто за этим всем. Первую фазу порелить? Да, дальше я там уже разберусь. Смотрите, там что по бафам вам не хватает, каска есть, кулак вроде кому-то надо был, мага баф дайте, лапка есть, прист баф вроде тоже есть, давайте чек на пул, запущу клича пока. Давай, Олег, первую, ты вторую, я третью. Давайте, запустил клича там, РДД в печеньке там бегайте. Ну, печеньку поставлю, Олег, поводишь их там. Там дух стоит. Крикни, когда там бой начнется, я пока Вовку сверну. Как смешно, Мяф, я не знаю, просто со стула сейчас упал. Заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Угу. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду. Пустая ровница. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Смотри, только сейчас не умирайте с пула. Да будет так. Боже. Великий, ловушка. Лара, чума. Давай, стереблой. Куда ловушка? Охотник, не спи. РДД ловушка.
Пытки. Пытки. Дискольки. На мелком стал. Угу. 3D ловушка. Чай веди. Вот это ловушка. Ну, тщеславие, чума. Эти капли на кто-то попало. А, не, я тебе кидалась. Угу. Люда ловушка. Фред Мэш, чума. Ну дайте еще одну капельку. Все. Бейте точечно там агро, не срывайте, все нормально. Да, пойте гимн, ставьте тотем, друиды Клейман, мяу залей. А, не, мяу, не надо, Клейман заливай. Клейман заливай. Блин, ничего не понял, короче, Клейман, шаману заливай, хвалу, второй друид. Да фу, не надо не заливать. Да, ну хорошо, играйте по сферам, а то они нас убьют, бейте сферы, сферы бейте. Рейд проседает, пристые ханты, сфера, сфера. Чем быстрее вы сферы бьете, тем меньше нас дамажит по рейду. Сфера летит, бейте сферу быстрее. Сейчас будет переходка, заберу духа. На РДД духа, милики босса идите, бейте. Ду этот, сфера, сфера. Все, добили духа, давайте добивайте. Сейчас он дыхнет, идите, становитесь под лича. Все, становимся под лича. Давайте печеньку становимся, все, все печеньку, охотник, давай трапы кидай, валькирам замедление, сливаем их всех. Давайте фолды дай валькир. Все, добили, молодцы. Давайте в печеньку становимся. Рост. Дайте рост. В печеньку все стали. В печеньку. Когда скажу, она будет прям выбежать с центра. Прям осквернение вынести, вас сольют и так. Так что готовьтесь. Если что, скажу, какие валькиры бить, какие нет. Вторая валькира, вторая волна, там говорю, как станет. Давайте, готовьтесь. 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 Все, вышли, 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 вышли. Так, давайте, две валькиры центра. Давайте, трусы ромбик ставим. Давайте, трусы ромбик бьем. Давайте, трусы добиваем. Дамажу. Так, давайте, хилы РД на ренжу, будет осквернение, лича накрыть пока держим. Так. Вышли милики, осквернение, вышли милики, ведем к центру. Смотрим осквернение сейчас будет. Суслятина. Идем в центр. Так, давай, Слава, в печеньку все становимся. Как-то так. Вол, так в лужу полетите. Давай на ту сторону, давайте. Играем в аркиры, нормальные РД, давайте, помогайте. Давайте печеньку, трусы сливайте. Давайте, ромбик, трусы, ромбик, трусы. Печенька улетела. Не успел чуть-чуть. Давайте трусы добивайте. Давайте 1%. Все, успели. Лужа. Мяу. Так, и давайте сейчас в печеньку становимся. Опять будут фортиры, будет осквернение. Встаньте себе в печеньку. Давайте вторая волна станов, как говорил. Давайте. Третья валькира спустится, надо будет в стороны разбежаться, будет осквернение. Давайте бьем, бьем, разбежались. Разбежались. Смотрим там, на ком лужа будет. Бейте печеньки.
Ну, соси, бейте вальтир, давайте быстрее. Давайте, бейте, ромбик, трусы ромбик бейте. Сам. Ромбик улетел, давайте трусы бейте. Так, спасли, все, переводим реча. Стоим тут на краю уже. Дайте шаману Инер. Дайте Инер шаману, друиды. Все, на край, все, на край, на край. Духа бьем, который с меткой. Который без метки, духа не бить. Поставил метку, бьем печеньку. Дайте гимны на ману, если есть, дайте инеры. Стронгхолл можешь кому-то. В принципе, там какой себе залей. Бейте сферы. Сферы бейте. Давайте с печеньку бьем старого духа пока. Агро. Давайте в новую печеньку переключились. Сферы бейте. Старых духов бейте, новых не трогайте. Я скажу, когда их бить. Сфера летит, бейте сферу, давайте печеньку старую бьем. Давайте печеньку новую бьем. Сфера летит аккуратно. Давайте бейте хорошо духа там. Старого бейте, нового не трогайте. Так, две сферы летят, аккуратно, сейчас будет фаза. Идемте, фаза пошла, добейте. С меньшим хп добейте. Давайте, с меньшим хп добейте. И в комнате за мной. Так, поставил, после комнаты будем череп квадратик бить, а за мной в печеньке бегаем. Идемте. Там СС-ок. Базар на БДК, Вулдик на протопала, точняка. Давайте потихоньку уходим, там духа бейте, все нормально. Под шамана вожу, цепуху дал и пошли. Давайте проходим. После комнаты я поймаю духа, все будут духа бить. Ну куда там бежите без меня? Я спал. Так, давайте за угол идем, сейчас будет выход и в духа бьем. Так, давайте ловлю, и он там норка осквернения. Все, давайте в духа играем. Так, перед мордой духа только не бегайте, чтобы вас там не убило. Добивайте гневного. Так, мирики идите, лича ковыряйте, РД добивайте духа. Все, ушли с центра, прячьтесь за речом, прячьтесь. Сорян, Альтея. Ушли с центра. Уходим в эту сторону, сюда, к середине, можешь провести и дальше, стой. Все, стой, там сейчас комната будет. Здесь мама. Дайте как 8 инер, если есть там руки паладины, можете и кинуть. Так, куда тут? Давайте сюда. Давайте, духа бейте, рейд нормально, так что все успеем. После выхода все к порталу идите, вам лича приведут. Давайте проходим в печеньку и к порталу идем. Давайте к порталу смотрим, лужа, богохульник, и к порталу валите. Давай, все, уходим к трону. Уходите к трону. Все, ушли с центра. Так, лужа там аккуратно, не залейте. Стой там уже, никуда не веди, сейчас будет комната.
стойте тут, бейте, или сейчас комнату. Да не види, не види. Надо два духа. Стоим, бьем. Давайте в печеньку и пошли. Есть там гимны на ману после комнаты, чтобы дать. Стоим в печеньке, вжались. Стойте в печеньке, вы от бомб не будете умирать. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым. Давайте проходим чуть сюда. Вжались, а тут постоим, похилимся, подождем. Давайте идем дальше. Давайте в печеньке стоим, бомба впереди. Стоим, стоим, бежим. Дальше проходим. После комнаты, куда там, к порталу, по-моему, идем. Да, к порталу идем. Давайте, выходы к порталу. Смотрим, лужа, мяу. Давай к порталу отводи, че там, к трону отводи их. Смотрим, сейчас будет 5 секунд лужи, готовьтесь. Давайте отлича отошли, 2 секунды лужи, и там добивайте возле трона, сустятина. Все, там стойте, может успеете эту комнату добить. Все, молодцы. Герои Азерота. Вы преодолели все препятствия. Мне понравился бой. Промазал. Не зря заходил, да? Нам вообще весь бой фартило не по-детски. Да, долгий фай 3500. Там с гильдии, чё-то с лучата, кто хочет, можете к нам в гильдию прийти, у нас нормальные рейды, нормальные игроки нужны. Будем вам рады. Пары нужны? Да, все нужны. Ну давай, посвиступлю. Бархулинг, да? Нет. Реклама. Реклама. Просвещенный, который ретрик. Туковар. А, ретрик. Давай. Вы РС ХМ несете? Все несем. Несем и выносим. Сейчас мы в Люду не ходим. Я не собираю сейчас. Ну правильно, бошки поубивали себе, блядь. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать. Тебе напал написать сюда? Да, сюда можешь писать. Точнее как. Давай мне на одном аккаунте. Я сейчас пойду колбу заберу, то и напишу. Азерот пойдет. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! И вот я стою... Оп-оп. Мой хип-хоп. Что, вы убили Лича? Да, сейчас резко будет. Да, Грини, что за ДПС, что за 17 кусков? Есть 17 кусков, это вообще ДПС, а да.
А на лечи я покажу, сколько на выходе. Ну, не хватило 70 ДПС на 20К. Да, нормуль. Но вас танки не умирали, правда? Да вроде нет. Ну видишь, я вчера бегал в конце тоже, да, как ты. Но у меня было за 20-ку, типа, танк умер в конце, и типа надо было лосать босса. Я проебался, я, короче, бур стану и бежал, ебать, по-моему. Нихуя прилив. Мои поздравления. Че, слушай, ты не ролишь, у тебя вроде прилива ж нет. Ты, может, поролишь. Роль, зачем тебе тапки? Роль прилив. Бери прилив. Так, а на квере видели и смотрим, кто по кверу. Так, Квазар вин получается. Все, поздравления, детка.